Всем привет, мои друзья. С вами Владимир. Приехал я на Изерские зубчатки. Июль 2020 года. Вот первые скалы. Посмотрите, какая красота. Сейчас пойдем. Поднимемся на смотровую площадку. Покажу я вам панораму наших гор. Прогуляемся. Полюбуемся нашими красотами. Смотрите, какой цвет у скалы. Впечатляет. Вот, друзья мои, посмотрите, какая панорама. Спрятался вот за скалу. Ветер. Чтобы хоть вот немножко покомментировать. Вот вдали гора Колокольня. Хребет Кумардак. Я часто здесь бываю, часто снимаю. Но обычно зимою и весною, осенью. А вот летом первый раз. Интересно. Вот вдали гора Машак. Вот острая гора. Это Большой Кумардак. Правее Малый Кумардак. Вот видно хребет Бакты, Еремель, Будымки. Сейчас покажу его еще. Вот хребет Бакты окончание. Вот так вот. Вот вдали гора Еремель. Видно ее или нет? Она в дымке. А это вот хребет Репная. Смотрите, какие скалы. Какая красота у нас. Вот скалы Приступки. Интересные скалы. Они по красоте не уступают Инзерским зубчаткам. Рядом вот гора Машак во всей своей красе. На секунду ветер стих. Смотрите, вдали гора Ямантау. На ней еще видно снег чуть-чуть на северной стороне. Вот вдали хребет Машак. Смотрите, какая красота. Инзерские зубчатки. Снимаю против солнца. Но как уж получится. Это надо видеть. Вот, друзья мои. Всей своей красе. Ну вот, друзья мои, полюбовались мы нашей панорамой. Сейчас мы пойдем в цирк Изерские зубчатки. Покажу вам, что есть там красоту. Но это будет уже в другом видео. Всем пока, всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока.